Всем привет! Решил я, в общем, сегодня снова залететь на Case Battle. Закинул на баланс 200 с промокодом вот с этим на 15%. И пооткрываю сегодня несколько кейсов. Не буду делать длинный ролик, то есть откроем буквально там несколько кейсов, посмотрим, что выпадет. Если что, залетим в 10% апгрейды и посмотрим, как сегодня повезет. В общем, под роликом есть информация для тех, кто до конца... Внизу, короче, есть информация для тех, кто ролики до конца не смотрит, о том, что 13 числа будет проходить розыгрыш. Все условия будут в описании под видосом. А я начинаю. В общем, на 200 я закинул, значит, мне доступен бесплатный кейс. Вот этот. Да? Ну, я ж прав. Этот кейс можно будет через 5 минут открыть только, да? А что ты мне пишешь, блядь? Ты что гонишь? В смысле, я что, поторопился? Охереть. Это что, у меня такой длинный ролик будет на 5 минут, что ли, все-таки, да? Я как-то не готов, блядь, что у меня ролик был. Ну, я не хотел такой длинный ролик сегодня записывать, представляете? В общем, что я хотел сделать? Я хотел открыть амонги. Вот, у меня есть, короче, 200, это как раз вот можно открыть вот эти амонги и посмотреть, что с них выпадет. Давай зеленого посмотрим. Давай, за болтов откроем. В принципе, потом на 3 сильверкейса хватит. 4 плюс 3, 7. Ласка. Ну, не, такая ласка мне не нужна. Такая ласка. Такую ласку оставьте себе. Давай смотрим, что с кра... Посмотрим, какого с кейса выпадет самый козырный дроп. Это еще дешевле, да? А, ну, пока что это кейс-лидер. Пока что это кейс-лидер. Так, давай смотрим, что теперь розовый. Ну что розовый? Давай посмотрим. Пока что красный, это кейс-лидер, запомните. Что происходит, блядь? Ну, я, блядь, мне вот этот скин уже и в апгрейд неохота закидывать. За сотку-то можно и разыграть будет уже, да? За сотку-то можно будет разыграть. Или, подожди, может, по возрастающей идет? Сейчас рублей за 200 как сыпанет отсюда, я вообще охерею. А если больше, то охерею вдвойне. Ну, не случилось чудо. 34. 34. Так, теперь мы открываем сильвер. 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 Три разочка. Три разочка открываем сильвер. Ну, это чмань, да? Пятера. Отлично. Еще разок. Два. Пойдет. Пойдет на 10%. Смешанный кам. И еще разок. Рубас 24 остается. Скажи, а может это голубая хвоя? Так, а подожди, а если я сейчас продать захочу, то на 248, понял, я закинул 200, а сейчас на 248 я выбил. Так, если я это все продам, если я это все продам и попробую, сколько у меня? 3 минуты идет ролик, да? Я просто хочу это... До бесплатного сколько осталось? 2 минуты осталось. Не, если это все продать, я попробовать опять. И попробовать опять. Открыть амонгасы. И посмотреть, что на этот раз будет. Да, давай мы продадим тебя. То есть денежек маленечко наварили. Да, поднялись, как говорится. Из басоты там. Вот, сейчас посмотрим, что будет круче. То есть мы запомните, по-моему, какой там? Нет. Какой там у нас был кейс самый топовый? Вот этот розовый, да, то есть топовый самый оказался. Сейчас посмотрим, что сейчас окажется топовым. Топовым, поповым. Леденец. Пока что... Что-то я не запомнил, по-моему. Что-то я не запомнил, что там. По разу откроем. Невозмутимость 65. Ну этот хоть окупил. Роз. Блять, вы заметили? Третий раз подряд розовый в топах. Розовый в топах. Что происходит? И это что, ептать? Я не такой, чтоб мне розовый давал. Угу. Кассе батле. Давай. Бля, надо было быстро сейчас. 2. 14 и 36, да? И 36 рублей. Ну, на 2 и... Ну, давай пока, ладно, еще разок откроем, посмотрим. Давай быстро откроем.
брифинг 7.23. Вот тебя мы продадим. Тебя мы продадим, да? Еще раз быстро. 29 и еще раз, открыть быстро. 2.20. Ну, все понятно с тобой. С тобой все понятно. Сколько? Сколько? 184. Идем на слив, да? 184. Ну-ка, ты доступен? 45 секунд. Да что ты мне мозги-то делаешь? Что ты мне мозги-то делаешь? Так, давай, апгрейд. 2. По цене смотрим. Короче, 2. Ну, мы тебя... Давай на 20. На 20, да? Ну, что, есть тут за 20 рублей? О, тут даже за 20 рублей скины есть. Шанс-то высокий, 11%. Это не 9, как я вчера залетал. Это 11, да? То есть, ну... Одна хохоственно, да? Так, давай. Так, теперь нет, вот так. Теперь сколько ты там? За сколько? За 15, значит, за 150, да, попробуем. Ну, давай. Так, у меня, короче, сегодня случилась новость. Рад, счастье. Я, короче, вывел Desert Eagle наконец-то с этого. С изика вывел Desert Eagle, представляете? Вот так-то. Вот такая вот у меня случилась радость сегодня в жизни. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мне Easy Drop больше ничего не даст. Ах ты ж падла. Поэтому в ближайшее время мне Easy Drop, скорее всего, больше уже нихера не даст. Нихера, шички. Давай еще раз посмотрим. Не хотишь, да? Не хотишь. Ни в какую, да? Ух, ух ты ж, сволочь какой. Давай вот так попробуем. То есть ты не 9, не 10, нисколько не хотишь, да? Так, ладно, мы пока сейчас к тебе еще вернемся. Ты тут никуда не уходи, я к тебе вернусь. Давай все-таки. Все, доступно, да? Открыть. Давай. Посмотрим. Вот, давай, подтвержденное убийство, давай, я сейчас. Нет, ты мне решил 25 рублей дать, да? Отлично. И что я могу открыть на 25 рублей? 31. Ну, я могу, конечно, сильвера открыть, да? Что я тут могу еще открыть? Сильвера. Давай, раз. Ага, и давай, это мы продаем. Еще раз открываем быстро. Смокинг. И еще открывать быстро. Тоже. 5.79, отлично, залетаем снова в апгрейд. Блять, может не в апгрейды, может в контракты залететь, да? Как контракт, для разнообразия. Этот видос уже затягивается. Посмотрим, короче, я закинул 132, либо 49, либо 500, ну что-нибудь побольше, Наша буква, случайный скин, и давай, порадуй. 184, нормально. Так, нормально, а если мы сейчас контракт, а нет, апгрейд на 50%, да, сделать. И я задаю себе вопрос, а нахуа, да, или с хуали мне делать вообще контракт? Мне же нужны скины-то, блядь, на розыгрыш, я уже поиздержался, у меня скины остались выше 200 рублей, а мне еще пока рано такие скины раскидывать. Поэтому вот это я заберу, конечно же. То есть вот это я заберу. Вот я вот так вот делаю, вывести в Steam. И он мне типа пишет, отлично, я там тебе выведу. Ну, 200 закинул, 180 вывел там, ну, выложу. Ну, 20 рублей просрал. Вот это, короче, удовольствие за 20 рублей я сегодня свое купил. Ребят, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, до новых встреч. Всем пока.